Приветствую всех. Бабушкин квадрат настолько актуален в любое время года, что его вариаций очень много. Сегодня хочу показать вам, как ни странно, бабушкин квадрат и как менять цвет в квадратном мотиве. Оставайтесь со мной. Берем наши ниточки, берем крючок 2,5. Берем, набираем кольцо амигуруми, захватываем 3 петельки воздушные. Вместе с этими 3 воздушными петельками мы сейчас с вами свяжем 15 столбиков с накидом и закроем их в кольцо. Так, 3 воздушные и 15 столбиков вместе с воздушными петельками получается 16. Провязываем все. И считаем 16 столбиков. Провязав 16 столбиков, затягиваем петлю амигуруми. Соединяем верхнюю воздушную петельку. Можно здесь уже отрезать ниточку и присоединить вторую, но мне хочется сделать второй ряд точно такой же. Опять набираем 3 воздушные петли в эту же арочку. Мы делаем еще 2 столбика с накидом. Делаем 2 воздушные петельки и туда же 3 столбика с накидом. Раз, 2, 3. Делаем воздушную петельку, накид и отсчитываем. Вот смотрите, вот у нас петля через петлю, через одну петелечку или через один столбик. Вывязываем 2 столбика с накидом в одну и ту же петельку. Еще воздушная петелька. Опять смотрим, петелечка через петельку, набираем 3 столбика, вывязываем 3 столбика, набираем 2 воздушные петельки и продолжаем 3 столбика через одну, 2 столбика через одну, 3 столбика, 2 петельки, 3 столбика. Вот это вот у нас получается одна сторона нашего квадрата. Провязав до конца 2 столбика в одну петельку, одну воздушную петлю, мы закрываем наш ряд. Закрываем соединительными такими петелечками, столбиками, и вот до самого угла мы идем. Все, отрезаем, вытаскиваем, и вот ниточку мы прячем туда же, вот сюда. Все, вот наш второй ряд. Вот так получилось. Присоединяем ниточку нового цвета. Можно в этот же, с этой же стороны, прям тут рядышком, присоединяем, вытягиваем петельку сзади, вместе 2 подхватываем и провязываем, отпускаем ниточку вот эту. Опять провязываем 3 воздушные петли и в эту арку вяжем 3 столбика, 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с накидом. И делаем все то же самое, что и в первом ряду. Единственное, в чем будет разница, у нас будут прибавляться промежуточные по 2 столбика, где вот на этих ребрах.
здесь будет 2 столбика и здесь будет 2 столбика. Так, провязали 1, 2, 3. Не забываем воздушные петелечки между. Воздушная петелечка. И продолжаем так до конца ряда. Ничего тут такого сверхъестественного. Все легко, быстро и просто. Довязываем воздушную петельку и соединительные столбики. Раз соединительный столбик. 2, 3. И отрезаем. Отрезаем. Протягиваем вот эту вот, вот эти вот хвостики можно уже отрезать, они у нас никуда не убегут. Единственное, что вот это подтянуть и потом несколько раз просто вот так вот протянуть. Здесь присоединяем. Так, мой мотив будет из 5 рядов разноцветных, да, и плюс 1 обвязочный ряд будет. Итак, вот из 5 цветов, 1, 2, 3, 4, 5, из 5 рядов имеет он 5 рядов. Так, ну, 9,5 на 9,5, плюс еще будет обвязочный ряд, выглядит это будет вот так. И будет он иметь 10 и 10. Но они имеют разницу, потому что здесь стандартный бабушкин квадрат, да, здесь немножко такая упрощенная версия. Вот примерно так. Плюс еще 6-й ряд будет обвязочный. Так что все легко и просто. Вяжем, подбираем ниточки по своему вкусу. По сезону выбираем крючочек и вяжем.